среду. От простого знакомства поначалу не ожидают многого. Завтра твой телефон будет недоступен, да? А может быть, ты еще хочешь замуж после первой ночи? Но с появлением первых тайн становится гораздо интереснее. Привет, а ты сейчас где? На работе, с утра в офисе сижу. Пора задать вопрос. Хочешь ли ты узнать правду на самом деле? Идиотка, ты что, следил за мной? Ты врал мне. А ты ведь мне очень понравилась. Жалко будет убивать тебя. Бывают секреты, которым лучше оставаться нераскрытыми. Настоящего имени его вы не знаете. Вы вообще о нем ничего не знаете. Вы случайно девушку не видели? Какую девушку? Очень красивая. Сам давно такую ищу. Привет, тигренок. Светлана Антонова, Никита Зверев и Станислав Бондаренко в многосерийном фильме «Самозванка» в среду на ТВ Русь.